Так, ну что, всем привет, мы начинаем сегодня серию с... В общем, всем привет, это рыба... будем тут рыбачить. Рыбацкая серия, кому не нравится рыбалка, можно сразу пропускать. В принципе, ну мы будет как грязи. будем, мы хотим просто набрать еды. Да, и фугу. Фугу, фугу, это ж наркотик такой тут местный. Блин, и сиди. Че ты хочешь? Я сейчас вернусь. Ты лодку хочешь сделать? Не, а кстати, можно на лодке по приколу рыбачить. Слушай. Ну, давай можно на лодке рыбачить. А, у тебя дерево нужно, нужно дерево. Дерево у меня есть, 64-64. Ну, сделаем две лодки. Или запасные еще 4. Это. Теперь паркую их тут. Так. Ты помнишь, как лодки делается? А, я помню. Там надо снизу 3 и по бокам 2. Ага, снизу 3, по бокам 2, да? Да. По идее должна лодка быть. Не, лодки нету. Как? Ну-ка, дай-ка мне. Дерево. Подожди, я хочу еще что-то глянуть. А, все, я понял, походу, как. Да, понял. Понял. Ой. Одна, две. Я думаю, где-то 4 штуки хватит. Все, отлично, да? Как думаешь, 6 штук хватит каждому по 3 штуки? Да хватит. Мало ли там какая-то бабах. Ну да. У меня музыка начала играть. У меня закончилась недавно. Так. Пошли. А, водки. Водки. Ты просто ставь на воду и все. Раз. Одну, точнее две. Два. Три. Я выбросил три штуки. Блин, я хотел выбросить. А, вот третья. Третью я не выбросил. Че, она опять ее забрал? Вот, выбросил. Все. Отлично. Так, ну чё, где рыбачить? Какой? Здесь, наверное, получше будет с этой стороны. О, буду здесь. О, посмотрите, сколько, как, ой, какое, не как это, блин. Так, тихо. Зачем ты пластинку куда взял? Куда ты? Зачем ты пластинку взял? Погоди. О, куда? Да куда? Ой, стой, подожди, еще на это. Че она болтается? А, надо подальше, очень подальше кидать. Подожди, подожди, а. Далеко надо кидать. Оп. Ой, куда ты вышел? Стой, стой. Че оно не останавливается, подожди. Ну. Далеко надо кидать. Ну, блин, далековато вообще кинул. Ну, где-то примерно так. Ждем. Не, локи как-то даже. Это странно просто. Есть рыбка. Она качается. Да блин, не, я не могу на лодке, честно, не могу. Все. Да выйди ты с нее. Shift, блин. Shift нажми. А, Shift, блин, я не могу на лодке рыбачить, честное слово. Ты как хочешь, я на лодке. Я должен рыбу, я должен одну рыбу на лодке поймать. О! Их, это что за Немо? Рыба-клоун. Рыба кто? Клоун. Немо. Вау. Я что-то первый раз такой вижу. Странно. О! Порт, блин. Порт. Порт уют. Ой, тихо. А, смотри, смотри. Это куда сейчас, подожди. Все. И лодка обратно приплыла, зашибись. Офигеть. А прикольно, кстати. Все, можно рыбачить. Возле дома, блин. Ой, я с той стороны. О, тут вот. Смотрим на дом, как он светится. Короче, до ночи будем. Ну, еще полдень, прям башкой солнце. Башку. Башку так на. Сейчас солнечный удар будет. Да и ты специально принес граммофон сюда. А автосейфра вроде бы нету. Да нету, нет, нас пугали, но их нету. Не, это музыка какая-то не очень. А где там та сам дунь-дунь?
помнишь там музыку-то? О, вот она сам. Хит-хит просто. Знаменитая музыка просто. Капец, какая громкая, да? Главное, такая смысловая музыка. Ты понимаешь, как у нее идеи просто? О, да, нормально пошло. Вот это... Припев, да, пошел уже. Рыбу распугали все. Этот магромофон... Смотри, реально рыбы никакой нету. Вообще нету. Давай ту опять ставим, подожди. Оно с целой пластинки, да, вроде бы? Да, столько... А как их можно делать? Подожди, как мы их... А, мы их нашли вроде бы, да? А, ну так как-то посмотреть, как их делать пластинки. Если можно будет, то надо сделать. По-моему, мы их нашли на эти, на там, специальных местах. Походу, вообще рыбы никакой вроде нет. Вообще. Осьминоги даже под водой там пугаются. Странная серия будет. Какая музыка громкая, офигеть. У меня вообще не ловится ничего, я туда закину. Бля, а чё? Опять что-то неложное. Смотри, смотри. Во, отлично. Ну это хотя бы повеселее музыка. Ну да. Ну да, то прикольнее всё равно, да? Ну это предыдущая Давай. Какая гробовая музыка просто. Вот, посмотри. Что это? Демо? Рыбоклон? Да. Прикольный рыбочка. Вот здесь пусть будет. Капец. Миха, смотри на меня. О, точно, вид от третьего лица сейчас врублю. F5. Блин. Прикинь, нажми F5 и F1, это вообще жесть. А, F1? Угу. Ой, ой, там инвентарь пропал, блин, круто. Можно... Можно сериалы снимать. А ты нажми еще раз F5. F5. Себе вид от первого лица. У меня, наверное, не слышно за этой музыки, я думаю. По-любому. Настало. Во, тишина. Тишина. Может, хоть поймается кто. О, сразу поймается. Да блин. А чё она там не это? Она же вниз это, тринкалась. Так, я пошел на обычное место. Потому что там ловилось чаще. Офигенно ты пошел. Там хотя бы рыба чаще ловилась. Не, надо забрать свой граммофон. И пластинку забери, че там это? Так пластинок то все одинаковых есть. Все, будем ловить в обычном месте. Где мы в прошлый раз делали это? Прям на дерево залезу, сейчас буду ловить. Во, вот тут вот, отлично. Хорош. Сейчас. Вот так. Ты туда пошел? Я там пойду, попробую. Блин, скоро ночь, надо граммофон занести, убьют еще, потеряем. Ну ж такую ценную вещь потеряем, с пластинкой еще, ты что, издеваешься? Она вроде бы с алмаза делалась, или не помню с чего. С алмаза пластинка? Это граммофон с алмаза делался? Я не помню, с чего именно делался. Не может быть. Мы послушали немного музыку и все. У нас больше не... У нас есть, кстати, один паучий глаз. А, нам нужны жемчуги эндера. Да. У нас их две штуки пока. Нам эндермен еще. Может, я ночью порыбачу, может, эндермен придет. Вот глаз эндермена нам нужен, чтобы... А, глаз эндермена вроде бы... То ли телепо... Я не помню, какой клавиши, чтобы... А, на правую. Вроде бы.
Просто там еще телепортирует что-то. Да, то ли жемчуг, да. То ли глаз, я не помню что. Не помню. Миха такой сейчас бух. Нормально все. Пойдет. Валится только. Я помню, есть какая-то модификация к Майнкрафту, там дерево падает. А, мне кто-то скидывал название. Что поймал? Поймал я сырой лосось. Где фугу? Сырой лосось. Блин, факелы бы поставить, но нету факелов. Такая луна сзади выходит. У меня музыка играет такая еще спокойная. У меня музыки вообще нет. Смотри. Блин, я провалился под воду, я сейчас умру. У тебя что-то было, кстати, это про фугу. Блин, да, я на тебя смотрел на луну, смотрел. Блин. Может, там была фугу? Фугу. Блин, надо F1 вообще... А, F1 удочку не показывает, блин. Опа, там уже скелет ходит. Да ладно? А, рыбачь еще смотришь, так все. Ночью, блин, рыбачь. Что-то ночью не очень рыбалка. Да нормально, самое то, наверное. Хотя они спят все рыбы ночью. Наверное. Спят, устала, ел. Как рыбы спят, они же течение вносят. Ну где-то... Под водой там прячься. Да, под водой наоборот там. Да блин, ну почему ничего не ловит? Звук есть, а рыбы никакой нет. О! Поймалась. Ну-ка, что там поймалось, подожди. А, просто рыба сырая. Жареная рыба поймала. Дерево, рыбный суп. Так, хоп, из рыбы красная икра какая-нибудь. Хоп, или не, берешь рыбу, хоп, и сразу в рожу. Рыба для рожи. Новый мод для Майнкрафта. Есть рыбка обычная. Фуга нужна. Фугу. Сколько японцев сдохло, пока фугу ела. А там вроде бы ее можно есть, но надо правильно приготовить. Неправильно чистить еще. Блин, я никогда в жизни не буду есть. Ой, я фугу поймал, фугу. Да, иди, дай мне сейчас дам, иди, сейчас увидишь это. Давай в дом, как я, в доме, там самое то будет. Окей. Блин, нам бы еще одну рыбу-фугу так успеем, вдвоем. Успеем еще, сейчас еще 8 минут до конца. Как раз фугу съешь. Блин, зомбаки еще эти. Да ладно, ночь сейчас уже. Надо поспать, а хотя сейчас мы не сможем уснуть из-за зомбаков, кстати. Главное фугу. Давай. Скину. Так. Китай. Я готов. Давай. Ударь меня, мне надо хп, чтобы... А. Так, Миха. Еще раз ударь. У меня хп нет на... Надо еще раз, пока еды не затратит. Еще. Я скажу, когда стоп. Я тебя боюсь убить. Не, еще. Еще. Стоп! Тихо. Ну, ешь. До сих пор хп восстанавливается. Так что ж такое-то? Че буду бегать? Чтобы сесть, надо бегать. О! Пока сейчас, все нормально. Сейчас пойдет. Ты сейчас увидишь. На дверь посмотри. Ой, там вообще... Йо, если F5 нажать, это вообще крик. Все прекратилось, все. Ну это было прикольно, это того стоило, я думаю. Спать, кстати, можем? Там, наверное, зомби мешаться будут. Ай. А, можем, давай спать. Давай. Ну, сейчас очень 4 минуты, там 3 минуты порыбачим и тогда. Ой, что я стал? Подожди. А, давай еще раз. Я проснулся из-за бу. А, спать я можно только ночью.
А, вы не можете, пока рядом монстр. А я могу, я это лежу, сплю. Я не могу спать. И если я их сейчас буду убивать, я умру. Отравление 8 секунд, вы издеваетесь. Это того стоило. Ах ты, ё-моё. Держи меч. Сейчас. Сырой лосось. А! Ох! Дум! Че случилось? Сзади кто-то подошел. Нет! Капец, ты посмотришь. Курица пытается деться. Посмотришь, да, нет. Козлы. Смотри, это просто. Свинья! Свинья, освободи! Это трэш! Это трэш! Иди отсюда! Это про. Все, я умер. Я не могу, это трэш просто начался. Ты посмотри, зато огород цел. Капец. Пол огорода, кстати, тоже снесло. Ну это сам не то, это вроде было там такое уже. Уже нет? Блин, я не могу, ё-моё. Немо плавает, подожди, блин. Пластинка на бомбу тоже, блин, ты... Подожди. Капец, творится. У меня нет больше сил. Офигеть. Там, всё, подожди. У меня нет больше сил, это терпеть. Хватит. Открой дверь. Открой дверь. Тут кнопки открыть дверь нету назад. Хватит. Они мне достали. Хватит это терпеть. Козлы. Держите, сволочи. Ты сам себя подходит? Это ад просто. Там паук улез куда-то наверх, подожди. А ты, парень, иди сюда. Да. Есть. Там пластинка. А забора. Пластинку не потеряй, подожди. Или что там? Да у нас их. У нас они есть. Те самые. Да, что я натворил? Зомби-житель? Что? Ох, ты, значит, недалеко там... жители. Деревня, если там вещи просто бушуют, я не знаю. Ты посмотри, что у нас возле дома теперь. Курица, свиньи, все. Коровы остались только. Пластинки. Офигеть просто. Я чувствую. Дом же может загореться, надо потушить лаву срочно. Тихо, а чем тушить-то? Ведра нету. Прокопать этот. Да что ты? Блин, а как в доме? Никак. Подожди. Блин, а там же кирка, а там все, если мы потеряем дом, то кирки не будет. И жемчуг Адермена тоже. Блин, нам надо срочно, мне надо как-то дом попасть. Может сзади, дверь, кстати? Сзади, все нормально, сейчас открою. Можешь в дом дверь открыть? Да, блин, пробраться бы еще у него, сейчас. А ты умри, а ты я уже пробрался, все. А, сволочь. Задел. Нормально все. Монстры. Да. Офигеть. Просто. О, все, кнопочки есть, отлично. Нам нужно что-то искать, чтобы. Блин, зачем я вот психанул я и. Так, алмазная кирка, не буду ее трогать. Так, песок. Да выруби это. Гробовая такая музыка. Так, что нам нужно? Нам нужно. Лопата, точно. Лопата. Вижу булыжник. Ё-моё. А палки есть, сэр. Сейчас прикинь, что горит? Чё, стой, подожди, ведро тащи. Блин. Нету ведра, нечего делать. Горит, трава горит, подожди там. А, трава горит, не, трава ничего горит. Страшного. Около дома. Это страшно. Подожди. Ну, я сейчас сделаю две лопаты, будем сейчас лопатами что-то думать. Держи лопату. Где лопата? Вот. Блин, прикинь, как в Чернобыле прям, ё-моё. Все, пошли. И если мы ошибемся, мы потеряем лопату.
Да блин. Тихо-тихо. Это знаешь, как в Кусиме там ведрами обезвреживали эту радиацию. Так. О, есть немножко. Блин, нет, куры, там же эти коровы, они сейчас сгорят. Ай, тихо. Ё-моё. Ты сам горишь, иди в воду. Ай. Все горит, подожди. А как тушить-то, они не тушатся? Рукой. Нет, я сейчас умру. Да быстрее. Ай, тихо, тихо. Прыгай. 20, ну, пожалуйста. Уже 20 минут, кстати, если что. Хотя тут заканчивать в таком месте, блин. Ай. Тихо-тихо-тихо. Я потушу. Прикинь, прикинь. Сели для рыбачки не начали. Апокалипсис начался просто. Кстати, есть мод на апокалипсис, то есть... А, там вроде что-то метеорит падает и все это... Слушай, можно по приколу поставить. И в дом. На-на-я. Я просмотрю сверху вообще живую жесть такая. Так, нам немного осталось. Есть, еще чуть, да. Фу. Корова целы, пол ангара разрушена. Одна свинья даже жива, ни хрена себе. Целая одна. Одна курица выжила. Ну, мы спасли, спасли. Дом. А две курицы выжила. Что, заканчиваем? Вот так вот сейчас закончим. И такая музыка, такая сумбурная, такой дом еще на заднем плане. Стой на месте. Ой! Ай! Мне кажется, тебе памяти не хватит. Ау! Сам соберешь. Окей, с вами был Саня, Миха. Это была... Какая-то дурацкая серия. Это было... Начали с рыбалки, закончили с апокалипсиса. Закончили апокалипсис. В общем, в следующей серии мы будем отстраивать наш дом. Заново. Возвращать куриц, а прикиньте, кто свиней. Прикиньте, кто выключили серию, чтобы там рыбалку пропустить. Потом посмотрят, там дом, пол дома нету. Это вообще будет. В общем, в следующей серии мы планируем отстроить назад все как было. Примерно как было. Да-да-да-да. И еще... В следующей серии мы будем идти в пещеру. Ладно, все. Да. Ты посмотри, ты можешь выйти в пещеру? Сейчас я как закончу. Ты посмотри, что мне заделать. Одна тыква, кстати, вышла. Офигеть просто. Куры подохли. Ты посмотри, сколько тут сгорело, а. Куры подохли, свиньи подохли. Ты посмотри, сколько тут сгорело. Кстати, если присмотреться на дерево, можно увидеть, ну, как оно немножко сгорело или что. Оно тут горело, кстати, мы тушили его. Да, кстати, горелое дерево. О. Да. Куры, и вот все. Тут... Блин, сколько тут сгорело, забор сгорел. А все началось из скрипера. Какие-то 90-е начались просто, я не знаю. Сумбов, Саня, Миха, всем. Всем пока.